Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Наталья Ксенчак, и сегодня мы поговорим с вами об одном из самых универсальных предметов гардероба – сарафане. Я думаю, что у очень многих девушек в гардеробе, особенно в летнем, есть такой вариант платья, как сарафан, то есть платье без рукавов на лямках. И, к сожалению, многие девушки носят только один вариант, то есть просто платье на голое тело, носят его летом и зимой убирают в шкаф. Хотя, в принципе, это настолько многофункциональная вещь, которая пригодится и осенью, и весной, и даже зимой. Благодаря сарафану можно создать отличные многослойные комплекты. Первое, для того, чтобы ваш сарафан был многофункциональным, на нем не должно быть какого-либо декора. Либо должен быть, но какой-то очень минимальный и желательно необъемный. Ну и давайте посмотрим, какие варианты с этим сарафаном придумала я. Первое, что я попробую сделать, это надеть свой красный сарафан. Сарафан с красным пиджаком, его вы могли видеть в одном из прошлых выпусков, то есть это пиджак также красного цвета, который совпадает с цветом сарафана. Для холодного времени года можно попробовать такой вариант, надеть поверх платья свитер, и тогда наш сарафан будет выступать в роли юбки, то есть будет дополнительный слой, будет два, то есть получается слой ткани, и должно быть достаточно тепло. Если нам такой вариант кажется слишком мешковатым, то можно подпоясаться либо поясом в тон свитеру, либо поясом в тон платью. Также мы можем с вами попробовать надеть достаточно короткую блузку, которая будет заканчиваться на линии талии. У меня в качестве такого верха тельняшка. Мне очень нравится такой вариант, выглядит достаточно игриво. Можно, конечно, попробовать и какую-то другую блузку, главное, чтобы она была не совсем длинной. Теперь попробуем варианты, когда мы поддеваем что-то под сарафан. Первый вариант, который я попробую, это поддеть под сарафан водолазку горчичного цвета. Образ выглядит достаточно осенним, и, кстати говоря, недавно я ходила так на прогулку, очень получился интересный и действительно осенний образ, который выглядел очень ярким на фоне серых домов и деревьев без листвы. Еще один мой любимый вариант с рубашкой, то есть это блузка с рубашечным воротником, смотрится достаточно интересно. И мне, кстати говоря, нравится данный вариант, потому что здесь использован принт, образ выглядит достаточно сложно.